Ну что такое? Япошки зашевелились, кажись, к атаке готовятся. Ясно все. Батарея по местам? Ну, братцы, вот и начало штурма. Как выстоим? Не беспокойтесь, ваше благородие. Япошкам жарко будет сегодня. Мы им сразу за все всыпем. И за генерала нашего, и за солдата. Батарея к бою готов? Ну что, подставить? Короче, моряки, построить солдат вашей батареи. Разрешись. Ронять. Вперед. Приказ его превосходительства генерала-адъютанта Стесселя. Ввиду благополучного завершения переговоров о сдаче крепости Порт-Артур главнокомандующему японской армии именем Его императорского величества приказываю. Параграф 1. Оборону Порт-Артура немедленно и полностью прекратить. Параграф 2. Все вооружение боеприпасов в полной сохранности и исправности подготовить для сдачи японским властям. Параграф 3. Под личную ответственность командиров запрещается под страхом наказания что-либо портить или уничтожать. Подписано главнокомандующий Квантунской армии, свита его императорского величества, генерал-адъютант Стессель. Поручик Борейко, приступить к выполнению приказа. Честь имею! А вот теперь слушать мой приказ. Параграф 1 и последний. Ничего японцам не сдавать, все сжечь. Замки забрасывать в море. Укрепление приготовить к взрыву старших регионов. Братцы, за мной!